Доброго дня. Як до вас потрапити? Температура тіла нормальна. До вас потрапити, так, це нормальне питання. Як до вас потрапити? Питання нормальне, як і всі потрапляють. Як всі потрапляють? Дивіться, контрольно-пропускной. Возьмите карточку. Температура тела нормальная. А если нет у меня электронно-пропускного? Прикладывайте сюда. Ну его просто приобретать нужно. А у кого надо приобрести его? Писнула? Вот он. Машинку приехали оформлять, да? Как вам условия входа, прохода, вот этой всей истории? Удобно вам? Все, прошу. Первый раз еще пока. А где брать эту карточку? Как проходить? Вот рядом сюда его. Ну все, тогда давайте до связи. Здравствуйте. Что нужно для того, чтобы оформить пропуск? Что нужно? Ваши документы, заявка на прохождение. А заявку кто дает, от кого? Экспедитор, брокер, кто занимается вашим делом. А если я лично хочу подать, вот я в твердом виде заполнил декларацию, мне не надо экспедитор. Я сам хочу прийти и подать в таможенную службу. Ну, так не получится. Почему? А что они делают? Должны сделать вам заявку. Кто они? Таможенная служба, куда вы идете? Вы записываете меня на камеру? Я не давала разрешения. А мне не надо ваше разрешение? А мне не надо, я не буду с вами разговаривать. Хорошо. Окей. У меня есть такой пропуск. Ну, в принципе, как бы... В принципе, просто откройте, хорошо, а потом звоните, кому хотите. Я извиняюсь, я могу пройти? Можно. Откройте мне турникет. Турникет откройте! Сейчас... Смотрите, мне не надо сейчас. Я вам показал, кто я такой? Откройте турникет. Пойдем. Я понимаю, тут ничего не поменялось с годами. Смотри, сервис... Да, вот я хочу попасть в сервисный центр. Как я должен это сделать? Я так понимаю, вот это проходная, куда люди входят. Мне, допустим, если я хочу попасть в сервисный центр, как обычный человек, где я нарушаю территорию, вот, проходя, с какого момента начинается ваша зона ответственности? Таможенная, здесь уже зона таможенная. Меня интересует пограничная, то есть на вашу пограничную зону, где я могу вот здесь спокойно пересекать, заходить в здание если от забора. Теперь на территорию порта. Какой, ну, это вы выдаете пропуск? Смотрите, вся весь территория порта, это есть уже зона... Она начинается за забором, то есть она заканчивается за забором. Ну, так, грубо говоря, да. То есть после забора это зона порта. Да. Теперь, вы как пограничники контролируете зону с момента пересечения зоны порта? Ну да, все, что на территории порта. То есть, следовательно, я должен пойти к вам в погранслужбу, там, в Одессе, где-то ваш, там, не знаю, где вы там находитесь, вам подать какое-то заявление, чтобы вы мне дали временный какой-то доступ, правильно, какой-то дозвол. Мы сейчас не говорим про вот этот пропуск, который здесь продают, к нему мы вернемся отдельно. Можно? Покажите, пожалуйста. Показать что? Вы снимаете? Да, я вас снимаю. А в чем проблема? Ну, не понимаю вопроса. Ну, я бы не хотел, чтобы... Смотрите, хотели, не хотели, мы с вами сейчас по сути разговариваем. Я вам задаю конкретный вопрос. Вы мне объясните. Я могу просто... Кого пригласить? С вами пообщались. Кто? Кто мне со мной пообщался? Вы сейчас ответственны, вы сейчас прикордонная служба. Я задаю вам вопрос как народный депутат. Для того, чтобы было реализовано право граждан свободного доступа к получению сервисов, что я от вас, как от прикордонной службы, должен получить? У меня конкретный вопрос к вам, как к начальнику здесь сейчас ответственному. В прикордонную службу заявление написать, что я должен от прикордонной службы, чтобы у вас ко мне, как гражданин Украины, не было претензий. Простой вопрос, на который вы мне, пожалуйста, ответьте. Я вас еще раз говорю, у вас видеосъемка идет. И что? Ну, это тоже как бы запрещено. Как, кем запрещено? Законом Украины. Хорошо, выписывайте это на меня. Идет, получается, пойдемте. Технологическая схема. Отлично, пойдемте сейчас. Раз мы нарушаем какой-то закон, я требую исполнения закона, чтобы вы составили административный материал на них. Нужно ваше? Конечно. Возьмите. То есть вы требуете, чтобы я здесь стоял и ждал вашего старшего? Да. Я прошу вас подождать. Еще раз. Требую, прошу подождать. Требую, прошу? Нужно то, что новое. Требую подождать. Требую, прошу требовать. Подождать? Нет.
Привет. Скажите, а что вы визируете? Мне просто интересно. Что вы визируете? Ну, американские машины нужно, что может. А это, а что он подписывает что-то, как это пограничник или что? Ну, пограничник делает. Он типа... У вас сейчас. Да, пожалуйста, конечно. О, нормально. Я так понимаю, это отзывы о работе. Ищу вообще легкую процедуру машины растаможить. Нет у вас ее здесь случайно? Ну такую, чтобы попроще, чтобы не ходить и не читать маты на стенах об услугах. Здравствуйте, а кто от сервисного центра у вас старше? А выйдите, пожалуйста. Меня интересует момент, что мы с вами сейчас говорим, как это происходит. То есть они делают таможенную очистку. После таможенной очистки, по идее, чтобы прийти к вам, они должны сделать еще сертификацию, если это машина с Америки. Следовательно, да, с любой страны. Да, с любой страны. Да, с любой страны. Получается коллизия, что они вынуждены покинуть территорию порта на этой машине. Угу. Своим ходом не могут они по закону, это лафет или там эвакуатор. Лафет, ну мы за этим следим. Вопросов нет, да, к вам. Я хочу понять процесс и логику того, как мы оказываем услуги в едином окне. То есть он эвакуатором ее увозит за межи порта, делает сертификацию. Ремонтирует, если она. Если, ну, там, привозит рассматриваем, сюда. Рассматриваем идеальный вариант, да, если она не поломана. Он ее привозит к вам сюда. Напротив, сертификация у нас есть, вот здесь вот через дорогу, сертифицируют, потом приходят с таможенными документами, да, и с сертификатом. Вы тут уже можете ставить ее прямо на учет. А мы тут ставим на учет. И номера вы даете. И сразу номера выдаем, все. Прекрасно. То есть, по сути, если вот, если бы сертификация находилась на этой территории, был бы свободный доступ, ему не надо было бы уезжать. Зона. Вопросов нет, я интересуюсь, как это здесь происходит. Да. Теперь, если я обычный человек. Да. Моя машина, условно говоря, не приехала сюда морем вообще. Я могу просто поставить здесь на учет, к вам прийти? Там есть телефон. Угу. Звонят. Я выписываю пропуск, ставлю печать, выхожу. Ну, тут платная услуга, это порт. Беру там 15 гривен за, ну, за пропуск. А что за пропуск вы выписываете? Интересно. Коля, дай мне, пожалуйста, пропуск. Пропуск выписывают МПУ. Пропуск, если можно, сделайте. Да. Можете на мою фамилию. Мне просто вот хочется посмотреть его и показать, как это выглядит. Вы выписываете пропуск, на основании этого пропуска я оплачиваю услугу. Да, услугу. То есть они понимают, к кому я иду. Вот там, где бюро пропуска, с левой стороны. Вы идете туда, я даю бумагу. Да. Коля, покажи любую бумагу на пропуск. Условно говоря, чтобы мне прийти к вам сюда, мне изначально надо знать номера телефонов кого-то здесь. Они там висят все. На осмотр, у нас экспертный осмотр на улице, то есть свободный доступ. Там есть эксперт. Ваши эксперты там. Да, то есть машина туда приезжает, просто они заходят сюда, ну, услуга стоит 15 гривен при наличии пропуска. Дай пропуск, пожалуйста. Да, любой пропуск. Да, напиши на Куницкого. Напиши Куницкий Александр и все. Куницкий Александр. Вот. Вот такой вот механизм. И человек приходит, мы указываем услугу. А эксперты ваши? Эксперты через. Да, я сейчас вас проведу, покажу, если вам интересно. Хорошо, все, у меня к вам вопросов нет. Спасибо. Я возьму пример пропуска, если вы не против. Спасибо. Доброго дня. Добрый день. Добрый день. Раньше тут начальника видел. Мы же приемно. Служба капитан Полькин. Ви знаходитесь зараз в пункті пропуску, ви маєте на ці всі законні підстави. Хотіли би з'ясувати, чи є у вас певні зараз запитання до представників Державної прикордонної служби. В мене не було питань, окрім одного. Ну, на мене мають скласти адмінпротокол. Ви являєтеся народним депутатом діючого скликання. Згідно основного кабінету міністрів наказу номер 627 про встановлення режиму пункту пропуску, народні депутати діючого скликання потрапляють на територію пункту пропуску безперешкодно. Виявляєтесь народним депутатом. Дуже дякую, це я знаю. Чому це не знає ваші підлеглі? Буде з ним проведена роз'яснення робота і буде притягнути. Дякую, хлопці. Наразі до вас на мене питань нема. Підскажіть, будь ласка, представники Державної прикордонної служби потрібні вам для сухого? Ні, хлопці, дякую. Дуже добре. Все, дякую вам за роботу. Все, добре. Друзья, значит, вот только что девушка, которую вы видели на приказном автомобиле, это и есть начальница терминала этого, вот так ее подвозят на VIP-эскорте, то есть у нее нету ни пропусков, никаких прохождений. Сейчас я еду на заседание антикоррупционного комитета, который сейчас будет собираться здесь в Одессе со всеми главами и руководством, начальниками, где буду поднимать вопрос конкретно ответственным лицам за этот ужас, который происходит здесь. Ничего не изменилось, вы все видели сами, поэтому поехали позадаем вопрос. Так, я хочу передати слово щодо цього питання нашому колезі з правоохоронного комітету Куницького Олександру. Я так розумію,
перед виїзним засіданням він відвідав євротермінал і питаю, що поділиться свіжими враженнями. Давайте назвати вещи своїми іменами і наконец-то признаємо, що у нас нету ніякого єдиного окна. У нас є закритий клуб, який працює достатньо довго. Для конкретних людей, для конкретних целей. Про цели, кстати, я сейчас детальнее остановлюсь.